следующем году обязательно приду, прям останусь наверняка до конца, потому что мне очень понравилось. Я обожаю рекламу, я сама работаю в рекламе много, у меня есть прям ролики, много их. И я люблю, потому что это мини-кино. Здесь вот просидев там полтора-два часа, просто я увидела много-много потрясающих картин, совершенно разные жанры, прям актерские работы, прям вот настоящее мини-кино. Я это обожаю, я очень люблю рекламу. И то, что я сегодня увидела, мне очень порадовало. Очень здорово. Какие вам нравятся сюжеты? Да, сюжеты, жанры. Мне очень понравилось про попкорн, потому что это быстро и очень смешно. Там от счастья взрывается человек и превращается в попкорн. И очень понравилось про воду, рекламу, где в отображении человек видит себя маленьким и чистым. То есть пейте чистую воду, и ты будешь чист, как ребенок. И это очень круто, когда дети в рекламе. Там, конечно, графика, все это понятно. Но когда она живая, и очень музыки много. В этом году это, например, посвящено музыке, это мероприятие, музыкальной рекламе. И музыка, она действительно двигатель всего. И плюс ко всему, когда еще картинка очень. Да, я уже сказала, что я обожаю рекламу, люблю не сниматься, очень люблю работать в рекламе. Вот опять же, какие-то, может быть, жанры жизни, какие-то продукты, без разницы. Все, что я рекламирую, все очень интересно, потому что я рекламирую только ту продукцию, которой я доверяю, это как бы однозначно. Поэтому все, что я рекламирую, все прекрасно. А жанры я люблю, когда там связано с историческими какими-то темами, потом переходящими в современность. И мне нравится, что за сутки, мы работаем в сутки, это тяжело, но зато мы делаем полноценное, как мини-кино.